Вокруг света на солнечных батареях. Самолет «Салар Импульс-2» приземлился в Каире. Судно продолжает кругосветное путешествие, хотя и двигается неспешно. Из испанской Севильи в Египет солнцелет добирался 2 дня. Теперь пилоты подзаряжают батареи и готовятся к очередному перелету. Я напомню, в экспедицию пилоты отправились еще в марте. Они стартовали в Абу-Даби, это столица Объединенных Арабских Эмиратов. И в течение ближайших месяцев готовятся облететь Землю целиком. На судне установлено 17 тысяч солнечных батарей. Эти аккумуляторы позволяют самолету лететь за счет энергии солнца неограниченно долгое время. Ну а мы следим за этим путешествием. Будем надеяться, что все-таки это у них получится. Но ведь у них погода еще играет большую роль.